два взрослых, зоопарк. Так, сегодня мы посещаем, проезжая мимо, наткнулись на Минский зоопарк. Так что пойдем посетим. Сегодня последний теплый день, до 20 градусов в Минске сегодня. Представляете, 10 октября, такое тепло. Билетики купили, билетик стоит $5. Так что пойдем и посмотрим. Режим работы. Работает с 10 часов. А вот и первый тигр, видите, встречает. Вот такая ситуация. Так, куда приложить? Да. Сюда. Чик, чик. О, так просто не разберешься без вас. Идти направо, налево или прямо? С левой стороны начинается. Отлично, все. Данке. Так что погода прекрасная. Значит, что такое зоопарк? Основан 9 августа 1984 года Минским автомобильным заводом. То есть раньше здесь был зооуголок МАЗ. И я, когда был еще мальчиком, мальчик Сережа, сюда приходил. И здесь просто был такой пруд, были всякие птицы, ну, элементарно, там, чайки, утки и так далее, да? А самый первый был аист, самый первый, как это, постоялец, вот. И чем занимался МАЗ? Они финансировали это все еще в тех 80-х годах. И люди приносили сюда всяких животных, там, подранков, там, кого-то находили и так далее. Здесь лебеди зимовали, мы их приходили, там, кормили. То есть был обычный зоо, такой не зоопарк, а у них как? Зоосад такой, что ли, да? Вот. А потом специальный дядечка здесь. Кстати, он потом эмигрировал в Израиль, и год назад он умер. Он уже умер, основатель, получается, этого зоопарка. Вот, он взялся за него, ветеран этого завода МАЗ, и потихонечку-потихонечку превратил этот, как его, зоосад в зоопарк. Потому что в момент перестройки не было денег, о, енот, на финансирование, и МАЗ отказался. Ну и понятно, вот как бы появился директор этого зоосада и так далее. И вот таким образом маленький, как говорится, приют для животных превратился такой чудесный Минский зоопарк. В принципе, он совершенно новый, молодой. Он полностью был закончен где-то в 2015 году. Последний раз я здесь был в 2019 году. Сейчас посмотрим, что изменилось. Почти 5 лет прошло. А вообще, получается, видите, 40 лет. Потому что я же тогда был ребенок, когда сюда ходил. А сейчас уже прошло 40 лет. А МАЗу, заводу, тогда было тоже 40 лет. Вот, получается, завод МАЗу 80 лет. Зоопарку 40. О, хромает бедный писец. Где ты лапку повредил? Видите, потому что здесь как бы реабилитационный центр. Ну иди сюда. Вот видите, у него просто лапки нету. Видите, у малыша. Все понятно. Вот такой писец. Белый писец называется. Ну а это рыська. Рыси, кстати. А это вот, смотрите, как собачка. Ой, какой хороший. Рыси, кстати, обитают в Беларуси. Они раньше были в Красной книге. Но сейчас вот их стало довольно-таки много, и, в принципе, вот на них даже как бы разрешили охоту, потому что как бы переизбыток рыси в природе, это тоже как бы не совсем хорошо, потому что, ну, этой кошке где-то примерно около 20 килограмм мяса нужно в сутки, вот, как ни странно. Вот такие две рыськи, а у одной ухо, как у нашего Арчика. Немножечко подрапалась. Так, а это каракалы. Видите, они тоже похожи на рысь, но далеко это не рысь, потому что это каракал, да. Они немножечко уже обитают в другой природе. Но тоже козлика может съесть, и зайчика, крыс едят и так далее. Вот такие каракалы. Да, белая лиса полярная и обычная лиса. Вот такая бедняга. В клеточке сидит обыкновенная лисица. А белая спряталась, да. Привет, привет. Европейская косулька, видите? А это козлик какой-то. Ну что-то, ничего у меня нету. Кормить мы тебя не будем, конечно же. Ах ты мой красавчик. Вот какой красивый, видите?
скотный двор Ориэлла, да? Скотный двор. А это типа вьетнамские свиньи, да. Ай, красавцы. А кто там он? А интересов с ними какая-то... Даже не знаю, кто это такой. Это ишак? Нет? Малыши думают, что их кто-то угостит. Это какая-то африканская особь. Что ты за чудо такое? Какое-то смешное. Ну, какой-то явно африканский зверь, да? Если кто-то определил, как называется это чудо, черканите в комментарии. Вот, а свиньи пожирают. Ах, какие жирные. Ну, в принципе, вот я говорил, когда в детстве я здесь был, вот этот прудик, он был совершенно маленький. Ну, я не знаю, вот такая вот половинка была. А сейчас, естественно, они его, видите, расширили. И здесь обитают всевозможные селезни. А вот и буслик какой-то невеселый, да, конечно, живет в неволе. Он даже производит какие-то звуки. Японский журавль. Журавль, да, называют еще царской птицей. Вот. Через такой мост мы сейчас пойдем на усадьбу символа Беларуси. Посмотрим на зубра. Пусть с высоты не птичьего полета, а просто с высоты 3 метров. Кстати, недели 3 назад здесь в конюшне был пожар, было много скорых. Вот они, мои любимые ослы. Сейчас мы к вам подойдем. От мертвого осла уши называется. Так, где наш зубр? Зубр там, видишь? Посмотри, какой он здоровый, да? Вот такого желаю увидеть в живой природе. Знаешь, мне кажется, много построили разных этих. Ну, другое, конечно. Да, пони, пони. Пойдем-ка попробуем на зубра посмотреть поближе. Орлан белохвост, да, это? Но красавец, конечно, здоровый. В Беларуси где-то около 2000 зубров обитает. Да, петух такой, посмотри, как выхаживает. Интересно, да? Фазаны, петухи, цесарки. Смотри, как он ходит. Смотри, как он идет, видел, да? Чик-чик. О, смотри, смотри. Ну, такой клюв, конечно. Здоровенная птица, конечно. Гусь дикий. Разница, видите, какая? В 2 раза отличаются по размерам. Ну и, естественно, розовые пеликаны. Они в основном в Африке, конечно, обитают, но здесь в неволе тоже прижились. Эти гуси жизни мне не дают.
Да. А вот это с красной дюбой, оказывается, мускусная утка называется. Ну, цапля. Да. Вот видишь, говорит, пустите переночевать. Вот он, европейский зубр. Посмотрите, какой красавец. Видите, говорит, пустите переночевать. Хорош, хорош. Лосяра такой, а? Это вам не бизон. Да, там видно спрятан. Он, кстати, называется вот этот, который тебе понравился, индийский бегунок. Но он так и бегает, видишь, как, смотри. Действительно, бегунки, да. Индийские бегунки. Черный лебедь. С красным клювом мускусная утка. И холмогорский гусь. Это который белый, вот этот здоровый. Интересно. Приятного аппетита. Ну вот примерно и весь парк мы на окраине. Дельфинарий, аквариум, террариум, тигры. Представлены все виды животных. И промышленные цеха, видите, МАЗа непосредственно. А там вдалеке, это динопарк называется, видите, там ходят динозавры. Вот так вот. Ну это для детей, мы туда не пойдем. Парк юрского периода. Вот они. Канадская казарка. Так и есть казарка. Огарь, да, все правильно, мандаринка, огарь. Это все огари. Сухонос. Казарка. Можно сюда принести бутербродик, сесть и в уединении природы в центре, кругом динозавры, лошади Пржевальская. Вот здесь можно перекусить, накрыть полянку. Черноморские чайки, альбатросы. Все есть, красота. Это все в черте города Минска. И табуны лошадей. Вот какой красавец, баран. Овны. Вот обратите, с кем вы живете. Вот Михалыч живет с овном. Вот, пожалуйста. Вязковая садиба. Сельская усадьба, вот, перевожу. Здесь обычный скотный двор. Вот, козочки. Карликовые. Карликовые козочки, да. Вот таких бы я с радостью, кстати, завел, да, прикольно вот такие. Внимание, животное может укусить. Вот, свиньи, конечно, свиньи. Такие вот карликовые вьетнамские свиньи. Это, кстати, камерунская коза, она совсем не карликовая. Да. Вот курочки маленькие какие-то. Фазанчик обычного стандарта с кроликами. Они же конехо, да? И роха пердис. Прикольно, да.
О, какой. Домашний кролик. Ну, он понятно, видишь, какой большой. В дикой природе таких кроликов не бывает. Пустельга. Мяско не кушает. Ничего нет у нее, бедняги, аппетита. Привет, привет. С орешком она, видите? Дай орешек дядьке. Молодец. Ну-ка покрутись. Давай, давай, покажи, как ты умеешь. Какая шустрая, да? Видите, у нее орешек во рту. Вот так белочка. Какой пушистый хвостик. Фотогенично, молодец. Видишь, поняла, что идет съемка и отработала. Вот, благородный олень. Каждый сучок – это годы его жизни. Ну, привет, привет. Ух ты. Можно даже почухать немножко. Да, красавец, конечно. 6 на 6 отростков, да? О, видите? То есть ему, значит, где-то около 6 лет. О, видите, как он на хозяйку бросается, правильно? Молодец. Чтоб хозяйка не делала меня таким же. Зачем ты меня таким делаешь, а? Молодец, молодец. Пошли. Правильно. Доверяй, но проверяй, да? Ну, о, как. У них же как раз гон сейчас. И вот он, как бы, видите, относительно агрессивный парень. Смотрит, на кого бы напасть. Они сейчас и на автомобили нападают, на все, на что угодно. Благородная олень. Вот, вот, видите, он сейчас агрессивен. Особенно на хозяйку он агрессирует. Видите, на меня-то ничего, мы-то с ним братаны, понятное дело. Ну-ка сходи ради интереса туда. О, видите, как... О, смотрите, как он на хозяйку реагирует. Видите, на меня так не реагирует. То есть конкретно, вот, противоположный пол, у него реакция такая, вы видите какой? А сделай, как будто ты убегаешь, посмотрим. О, смотрите, видите, вот так, он бы ее сейчас покрыл. Катание на лошади, ослике и на пони. Ну все. Да, а вот смотрите, я думал, кто это? Это квадробер. Сейчас это популярная тема. Видите, как выглядят квадроберы? Шутка, конечно. Барс. Вот реклама белорусской картошки. Как он жует чипс. Натуральный. Заснула немножко. Золотистый. Да, я смотрю, что это золотой королевский фазан. Этот необычный, да. Фазанчик такой необыкновенный. Черный гриф. И с ним же подселен орлан белохвост. Но мы уже белохвостов тоже снимали, да. Красавец, конечно, здоровецкий, здоровецкий парень. Ох, какой бурый мишка. Да. А глаза такие добрые, да? Думаю, сожрал бы тебя только так. Неволя есть неволя. Ой, это он так... Хлопает челюстями, наверное, кусает своих блошек. Так, размах крыльев птиц. Белый аист 220, ничего себе. Опа!
Почти у меня размах крыльев тоже как у аиста. У белохвоста 2,30. Вот так. А у ворона 1,50 м. Ничего себе. А у утки 1 м размах крыльев. У галки 70 сантиметров, а у воробья 20. О, павлинчик. Кстати, когда мы жили в Испании, там в парках они на свободном выгуле. Поэтому, если порыться у нас на канале, можно увидеть, как мы среди них. Ну-ка, проверь чек. Нормальный? Я иду. Здесь же с ними в клетке находятся орлан и белохвост. И вон он сидит. О, какая дюба. О, какой носатый. Желтый такой клюв. Это белохвост орлан. Тут 2 штуки вместе с петушками. Цесарка, да. Тоже люди некоторые цесарок разводят. А этот бедняга чего-то немножко приболел, видите? Не боится никого. Алмазный фазан. Офигеть, то есть мы видели обыкновенного золотого, а это алмазный. Вот, интересно, конечно. О, а этому так и хочется перо вырвать, да? Что-то она у него там... Представлен в одном экземпляре. Вот она, косуля европейская. Обычные косульки, вот они. Ой, какие маленькие. Гули-гули-гули. Ручные? Да. Ой, носики какие холодненькие. Этому даже рожки обрезали, видно, бодался, да? Бодучий козлик оказался. Японский макак. Это вот эти макаки, которые часто показывают, сидят в теплых источниках и греются в воде. Ой, какой малой. Ой-ой-ой-ой-ой, манюнька. Прибежал. Поведение, да. Только не хватает им горячей ванны, да? Джакузи. Шустрый какой, молодец. Малец. Стул исполнения желаний. Ничего себе. Вот это аттракцион. Нет у меня желаний. Не полезу я на этот стул. Пойду лучше ламу посмотрю. Ах ты. Ламы пошли кушать. Все. Как раз у них кормежка начинается. Ох, выскочила. Но это же не альпака, это лама. Они тоже плюются. Красив, красив. Она еще со мной, да. Я ее тоже так же, как и ты, поступил бы с ней. Да. Я тебе хочу сказать, что это так и есть. И носом так, носом. Тык-тык-тык-тык-тык. Ну все, давай, прощай. Хрюкнул, и хрюкнул на прощание. О, хозяйку он не взлюбил, молодец. Ну, руки-то это понятно. Это ясно. Вот этот большой такой. Вот такие тараканы обитают, в принципе, в Испании, бегают по квартире, кукарачи. Сетчатые тараканы. Это пауки, птицееды. Сверчки. Видите, какой размер? Птицееды, да? Why?
Да, цветной парень. Пудачка, какая пудаченькая, беременная, может. А червячки у них живые, червячки ползают. Да? А во. Питоша. Черепаха такая. Каменная. Грифовая черепаха. Вот с такой я живу. Золотистая змеюка. Как ни странно, и с языком все, а это не ядовито, это просто полос. А выглядит очень устрашающе, да? Конечно, называется полос мелидонов. До 2 метров в Вьетнаме такие водятся. Прикольно, да? И вот полос. Вот такого мы видели, помнишь? В Крыму. Такого мы встречали в Крыму. Желтопузик, да. У нас даже где-то видео есть, помнишь, да? Габонская гадюка. Это клопы. Сама ты клоп подкрасываешь. Что? Коровка обыкновенная. О, какого роста? Лось. Ничего себе. Давай посмотрим. Какого Михалыч роста? Опа. 1,80 м. Ну, лось-то понятно. 2,60 м. С оленем, да, конечно. Я благородный олень. Типичный, с отростками, все как надо. Вот здесь должен быть лось. Где-то я чую. О, там пойдем. Верблюдик кушает как раз, да? А те бодаются, малые.
Да. Это черный ягуар. Ну, вот такой. Ничего себе, какой хвост. Котенок, да? До 130 килограмм. А 100 километров в час может развивать скорость. Даже может крокодила сожрать. Вот и маленькие оленьки. Видите, как они обгрызают? Они исключительно только кору съедают и все. Больше им ничего не интересно. Почти как бобры. Так обкусывают, кажется. И хватает им этой еды. Но совершенно небольшие. Прям как олени на Чукотке. Тоже маленькие. Это динопарк. Здесь динозавры. Но сюда нужно приобретать отдельно дополнительный билет. Ну, это тут такие скульптуры немногочисленные. То есть, в принципе, территория большая. То есть развлекательный комплекс. Парк динозавров. Ну, ничего особенного, просто искусственные динозавры. Но территория, ты же видела, довольно-таки большая, да, обширная. Но нас интересует живой мир, а не живой мир нас не интересует, правильно? Детишек, да? Левик, ты спрятался от детишек, да? Левик, ты спрятался от детишек, да? Бедняжка. Спрятался от детишек. Молодая Лева. Вот, посиди. Вот, можно ее потрогать. Ой, какая интересная. Мягенькая. Потрогай, что. Привет, Кыся. Как раз видите, Кыся живет губа не дура, с кошатниками, да? Со львами. Только это у нас в свободной природе, но тоже красивая. Оцелоты здесь живут. Ну, ой, какой рыжий. На нашего Арчика похож. Да? Что, ревнуешь? Двугорбый верблюд. Да, такие в Казахстане вовсю ходят. А овца называется овца святого Якова. Где-то, наверное, должен был быть слон. Бенгальский тигр. До 300 килограмм. Да, маленький тигр, да. Ягуар. Ягуар — это не только хороший автомобиль, но и прекрасный зверь.
Серый волк, да. Что, ты сняла серого? Отлично, серый. Темный паку. Вот таких я обычно на рыбалке вот таких беру, вот этими вот руками беру и ловлю. Интересно, да, как птеродактили и самы такие. А вот эти, которые вот араваны, это вообще какие-то вот интересные. И всех этих рыб показывают, да, что их едят и ловят. А это называется паку, паку, как большая пиранья. Размер впечатляет, конечно. Дима. Ой. Самы такие. Речной хвостокол. Он же скат. Шиншилла обыкновенная. Завис. Да, видишь, как под водой, интересно. Итак, всплывай. Опа, и вот мы на поверхности поплавали немножко. Судя по всему, кайману неинтересны черепахи. Не любит он черепаховый суп. Агути называются, агути. Да, а это да, попугай. Обычно это ара. И ара, так не скажи. Дегу обыкновенный. Такие дегу у нас продавались, помню, раньше в зоомагазине. Исчезнувший в дикой природе, поэтому вот он, видишь, он. Ну, правда, похож, да? Вот смотрите, мы нашли оленя Давида. Помните, где мы снимали кабанов, вьетнамских свиней, и среди них бегала она. Так это исчезнувшие в дикой природе виды. А здесь, в зоопарке, видите, он существует. Красавцы. Да. Да, хвостоколы такие, да? Ара, ара. Ара, так не скажи. Капуцины. Человек с бульвара Капуцинов. Ну, вот такие смешные эти капуцины.
такие малыши вообще залезли. Любят на разных штучках висеть. Знаменитый карп койо. Давай, плыви сюда. Но койо невкусный. Как бы особо кушать их неинтересно. Кушает гранаты и вообще, смотрю, киви кушает, бананы. Хорошее снабжение. Такие крокодилы обитают в Египте. Вот нильский крокодил. Попугаи какие. Цихлозомы они называются. Ничего себе, цихлозомы. Это разные разновидности, одни и те же рыбы, это все цихлозомы. А я думал, это попугаи рыбы. Голубой хирург. Кабуба. Чистильщик. Вот это название. Рыба-носорог. Это да, как в Красном море. Мы пойдем повыше. Поднимаемся. Можете стать опекуном вот всех вот этих животных. Вот видите, ищем опекуна. Вот многих животных, которых мы показали. Кто хочет, может участвовать. Отправляешь денежки, получаешь табличку, что ты помогаешь этим животным. Думает, чтобы его задолбали все, думает, полезу, пойду посплю подальше от всех. Вот что мы не нашли с тобой, это скорпионов, да? Вот видите, как это выглядит? Какая-то карасик Яна полностью является спонсором этой прекрасной игуаны. Так что вот. Вот так вот. Раскричался. О, общипанный. Давай, давай. Скоро орлом будешь. Так интересно спускается задним ходом. Yeah.
Вот так. Они все арчиковские. Тот белый. Ну что, отлично погуляли, посмотрели. Отличный Минский зоопарк. Кому интересно, у нас на канале может посмотреть и Вроцлавский зоопарк, который, безусловно, лучше и больше. Сходили мы в дельфинарий. Шикарные дельфины, морской лев. Это будет в другой серии. Так что, кому интересно, можете посмотреть. Всем пока-пока. Михалыч в Беларуси. И вот $10 входит стоимость билета в дельфинарий. Сейчас пойдем посмотрим на дельфинов.